меньше нас. Ты даже не представляешь, как я люблю глубокую тишину. Разве не согласны, что вы звучите себе так? Ностальгия. 80-е годы. Эти странные люди с волосами, одеты в яркую одежду и веселятся, как будто завтра не наступит. Но мне все равно. Мы оба не родились в этом десятилетии. Я должен признать, я действительно разочарован. Я надеюсь, что наконец-то сдался на полпути, вот ты как настойчивый червь. Может быть, мне нужно проникнуть на твою голову, если действительно не хочу тебя уничтожить. Итак, пришло время немного ностальгии. Ты помнишь его, не так ли? Ты, конечно, ты помнишь. Посмотри на него. Так тихо, как улыбается. Жаль, что ты его убил. Что это было? Я просто говорю правду. Достаточно. Вперед и смерть. Черт возьми, такое происходит, что с голоса. Голоса? Что они говорят, отец? Тоже говорят, чтобы улыбаться. Да, улыбаться грязь. Тебе просто нужно улыбнуться. Троуч Файлс. Ностальгическая технофобия. С 8 марта.